черви, оказывается, лежат в баночке возле колонки водяной на улице. Я хвост свой меньше чешу, чем брови. А ту половинку от половинки кладете на половинку печеньки. У меня окончательно развалилась кисточка, а мне ж надо порядки наводить, уборку делать. Надеюсь, он не прыгучий, потому что я не переживу, если он сиганет на меня. Доброе утро, перцы. Как вы тут поживаете? По-моему, вид у вас вполне. Это мои помидорчики хурма. Вот такой вид уже имеют. Вон, видите, какие уже у них листья. Пересаживать надо. А я что-то все не соберусь с мыслями. Этот уже вон вырос. Пикированный. Это разное название помидор. Так что листья у них тоже разные. Эти кругленькие, видите? А у этого помидорчика остренькие. Это красный черри. А это ляна красная. А это золотистый черри. И вот такой видок у него. У этого черри золотистого. Тоже надо все пересаживать. Ну, а это уже в стаканчиках у меня тут некоторые стоят. Я их пересаживаю понемножку. Потому что страшно что-то все вместе. Вдруг им что-то не понравится. Этот вон повернулся к окошку. Ну ничего, вид вроде у них у всех нормальный. Помидоры же вроде не боятся пересадок. Даже их любят. А самые жирные у меня вот здесь. Ляна розовая и красная. Тоже пересаживаю их. Постепенно по стаканчикам вот такой жирненький стоит кустик. Надо пересаживать. Позавчера собиралась. Так ни одного и не пересадила. Ну, пока еще терпит. Так, это черри красные тоже стоят. И пара стаканчиков. Ну, пока вроде бы все идет нормально. Все идет своим чередом. Ой, что-то тут сухо, надо полить. Полить. Я их вот так вот брызгать стараюсь. Как вижу, что подсохло, так и брызгаю. Не знаю, может их надо иногда в суше держать. Чтобы они учились выживать. Как вы думаете? Или надо все время их поливать? Ой, воробьи прилетели. Наверное, кушать хотите, да? Наверное, хотят есть. Надо им в кормушку насыпать что-то, что ли. Что это они? Сегодня на завтрак просто яичница. Эдик вчера привез свежего сала. Я отрезала маленький кусочек. Немножко его поджарила. Добавила лук, томатную пасту. Яйцо разбила, специи, соль. Завтрак готов. Всем приятного аппетита. Лайфхак. Делайте себе кофе. Какое хотите, у меня со сливочками. А затем делайте себе дополнение кофе, вкусняшку. Берете печенюшку, вот такую вот, типа Мария. Разламываете ее пополам, как здесь. Берете любой сырочек, желательно самый дешевый, который найдете в магазине.
Отрезаете от него половинку, от этой половинки отрезаете еще половинку. Все это откладываете в сторону, а ту половинку от половинки кладете на половинку печеньки, размякиваете ее, сверху кладете вторую половинку печеньки и пьете кофе, чашечку желательно кофе, с этим невероятным новоявленным пирожным, и вам будет очень хорошо. У меня тут руки после огорода, не обращайте внимания. Я уже сегодня ползала по траве на улице. Ну что, всем приятного аппетита. Ждите новых лайфхаков. Возможно, я еще что-нибудь вам посоветую. Я не шучу, это реально очень вкусно. У меня окончательно развалилась кисточка, щеточка для бровей. Я не знаю, как это случилось. Чё она развалилась, поломалась, то ли у меня брови такие проволочные. Я не знаю. И такая кисточка хорошая, качественная, я имею в виду держачок вот этот вот, за что держаться. Такая классная, деревянная. И посмотрите, взяло, развалилось, расклеилось. Что мне теперь делать? Это ж надо теперь где-то новую искать, какую-то фирму. Это я на iHerb заказывала уже не знаю сколько лет назад. Все, нету чем брови расчесывать. Я их сегодня чесала и налево, и направо. А чем теперь расчесывать, я вообще не понимаю. Но я все равно найду какой-то выход из положения. Ну, вообще-то надо поискать где-то в интернете, на каком-то сайте, то ли на Мейкапе, то ли еще где-то, то ли выехать в город, поискать по магазинам. Может, что-то там попадется. Но куда я без кисточки для бровей, щеточки? Куда? Вы думаете, что у меня брови так лежат? Потому что я их чешу каждый день по полчаса. Я хвост свой меньше чешу, чем брови. Я решила отращивать косу. Не буду стричь, буду ходить как народная красавица. Сюда у меня будет коса лежать, туда вниз, по груди, спадать. Вниз спадать. Я буду ее заплетать. Но пока нечего заплетать, я буду хвост ложить сюда. Вот так, налево. Или направо. В общем, куда-нибудь положу тот хвост. Так, все, ладно. С кисточкой мы вопрос закрыли. Я тут пока суть додела приобрела вид пачерицы из Лотарингии. Лотарингия, кажется, да? Я все время забываю это слово. Пачерица из Лотарингии. Спасибо Алексу. Он мне объяснил. Он увидел во мне эту пачерицу. Да, я так себя и чувствую пачерицей из Лотарингии. А мне ж надо порядки наводить. Уборку делать. Потому что у меня кругом художественный беспорядок. Ничего не снимешь из-за этого солнца. В общем, вы поняли, у меня здесь, то есть не художественный беспорядок, творческий беспорядок. Посмотрите, навалено, наложено, нарыто, написано. В общем, я не знаю, сколько времени у меня сейчас уйдет. Я даю себе установку убрать это все за 10 минут. Так, куда же это все девать, а? Все эти талмоты, тетрадочки, записулечки, записоночки. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Это все мои дела, которые я должна была вчера сделать. Но мало что успела. Так, ладно, буду я их сегодня выполнять, эти дела. Так, это надо выбросить, макулатуру эту. Было, стало. Можете меня поздравить, я уложилась в отведенное мне время. Площадь свободна, можно накладывать заново. Видео снимать на рукодельный канал. А то только я мечтаю, но как посмотрю на эту заваленную тумбочку, сразу опускаются руки. А теперь у меня новый энтузиазм. Посмотрите, что я тут вышиваю, как дела у меня продвигаются, видите? Вы помните, как у меня было и как стало?
Скоро уже закончу эту работу и буду оформлять. Наверное, буду шить подушку, наволочку на подушку. По-моему, будет очень симпатично. Такая летняя подушечка будет у меня. Дачная. Удачная подушка будет. Я надеюсь, по крайней мере. Я уже тканюшки подобрала под эту работу. По-моему, все сочетается. Как вам? Тут вообще можно массу вариантов подобрать. Но пока так, а дальше будет видно. Так, ну что, пусть теперь пока и полежат эти мои делишки здесь в порядочке. Ой, солнышко светит. Сегодня жарко на улице. У меня, кстати, сегодня родственники отправились на рыбалку. Открывают сезон. В общем, уехали, оказалось, червей дома забыли, Эдик возвращался туда-сюда обратно. Черви, оказывается, лежат в баночке возле колонки водяной на улице. Ну, и Эдику пришлось возвращаться. Я не знаю, вертача к удаче или к чему, но надеюсь, хоть пару рыбок привезут. Ну, а я на хозяйстве, видите, чем занимаюсь. Так, мне надо пойти и сварить собачью кашу, потому что Тобик бедный, оказывается, сегодня без каши. Кашу всю съел, а я даже не знала. Так я его, так мы его косточками угостили с утра. Сейчас надо пойти ему кашку сварить. Но он и не гавкает. Наверное, косточки ему все-таки помогли. Смотрите, кого я встретила. Вылез на солнышко погреться. Надеюсь, он не прыгучий. Потому что я не переживу, если он сиганет на меня. Видимо, он тоже со мной не выдержал встречи. Сбежал от меня. Вот так все от меня сбегают. Ой, такие страсти, такие страсти. Так, я сейчас пойду собирать яснотку пурпурную. Буду заготовки делать. Я же травница. Травница, пачерица. Птички бесятся. Так, пойдемте яснотку собирать. Какие одуванчики. Так и хочется их съесть. Счастливые пчелки. Подпишитесь на канал и поставьте лайки. Лайки. Лайки, лайки.